Делаем отмостку сегодня, 31 августа. Продолжение дня у нас рабочего. Вот и Игнатьич. Не просто так. Ты посмотри, сколько. Смотри, как она выскальзывает. Посмотри. Я пробовал мультяк. Ника, сколько на голове? Посмотришь, вы на голове носите. Так легко идут. А тут я два раза сходил, у меня вот так вот пошло. Еще себе. Это непростое дело. Все. Это вы уже какой? Третий замес делаете, да? Ну да. Один вперед. Вот пошли сейчас, заняли 5 мешков цемента. В долг берем. Все, брат, наливай там воды. Потом рассчитаем. К вечеру. Ну все, однако, теперь дашь еще. Моя работа размазывает. Там окно. А вы уже говорили, Игнатьич, что это за заваленка-то? А? Вы говорили, что это за заваленка какая? От чего она тут? Вот это? Да. Ну да, она как заваленка для утепления сделал. Это не фундамент, ничего не касается. Когда он сделал, холод, там бетонные блоки, пронизает. Он решил утеплитель еще и сверху нашлепал. Нашлепал, что-то там где-то упал, вон там окно стали видать. Да, да. И тут перешили. Так что это к дому -то практически не имеет отношения. Покажем. Цементом. Больше ничего не надо. Цемент. Ну-ка дай мне, блядь, это цемент. Дёрки. Ну в чем-нибудь принеси там. На лопатки. Чистого цемента. Тут надо полутёр, вытирать ровно. А нам это не важно. Главное, что тут наклон идет для воды. А это закрываю от куриц принесли, и чтобы не сохло, иначе оно будет лопаться. Вот это вот все, если человека дома нету, дом сирота, дом требует ухода, внимания. А у этого дома давно не было хозяина, а там 13 лет, где Володя Пащенко. Ясное дело, что сегодня надо обратить внимание на это. Вот сделать и решили отмостку. Телефон! Телефон? Да. Но ты видишь, я сколько может быть телефон, а то я не одного не слышу. Вот посмотрим, какой прокурор меня ищет. Говори! Говори! Не знаю я, по-моему, 73. Он весь изломанный, у него кила-то какая была, у деда у нашего Егора Ларионовича. Но он, помню, мы ездили с ним, а мне лет 5 было, он всегда запряжет корову. И кресты погибли на фронте, артиллеристы что ли были. И никакой льготы не было старику. А до этого раскулаченный был.
Ну и у него такая, как это, шишка такая, она давила ему туда кишки-то. И он ляжет на спину-то и туда вправляет травку. Она как пружина держала. И на корове дальше едет. Это не грыжа, кила называется. А она в паху у него была. Это я хорошо помню. Помню, как в воскресенье они в паске собирались, а он Златоуста считал. Ну да. Ну а я что? Я слушаю, и в пятилетнице я заснул, как сейчас тоже на бабушку оперся рукой, заснул, а какая-то бабка и говорит, набегался. Вот это я хорошо помню. Дед этот наш был, ой, хороший. Ты хорошо слышишь? Ну ладно, пока. А звонит-то вот он, дом рядом. Валентина Тихоновна звонит. Про нашего деда узнал. Мамин отец. Никакой льготы не было. Никакой. Германскую деду в окопах научился считать и считать, и был продавцом много лет, и ни одной копейки у нее, ни бит, кредит, все сходило. Помню, мама рассказывала, они жили в Ущалинском районе, в Алтайском крае, горный район. Ну и по гору конь разнес, а кони хорошие, а сбруя какая попала, веревочка. Он на это не смотрел, дед. Я, может, деда такой есть. Мне разницы нет, лишь бы крепко было. Ну и он конь-то растрепал телегу ее. Кто-то то ли остановил, или как. Он когда догнал, так он не ругал. А обида-то у него была на коня. Так он коня-то за уздечку задержал, а потом взял ее ухо и укусил. Ухо у коня. У меня, я 40 лет печником работал, уровень. И дед мой работал. Маленький, небольшой, никак сейчас 90 сантиметров. Вот так, попутно, мой дед. А в стране были Макари, Милорец, Милорец. Как их ценили, бригадирами были, взяли, все. Бабушка сильно как бы обижалась. Сказали, что один из них вместе попал. Сына погибли, один пропал. Разве он лошадь? Пропал, это означает сдох. Я Тютчева когда прочитал, Афанасий Афанасьевич, ласточки пропали, а вчера зарею, сапочки летали, да как сеть мелькали, вон над той горой. Ласточки пропали. Я почему-то видел, что они опрокинуты на спины и лапками дергают. Маленький насчитал. Вот пропали. Вчера ласточки были, а вот сегодня 31 августа 16 года. Ни одной ласточки нет. То есть они собрались, собрание провели, мобилизация прошла, подбили итоги и скрылись. И сейчас они летят где-то на Алма-Ату. О, как она. И по глоточку. А голубь пьет, как лошадь. Опустит и сосет. Быстро, раз, голову, все, и улетел. А это пока напьет. А Воробеева также пьет. По одному глотку. У нее глотательно нет. Она в рот возьмет, а теперь самокатом туда идет. Почему? Идет, идет, идет. Прогони ее оттуда. Ты куда? Сейчас интересно, это большой петух, я его зажал там, и он от меня туда и... Блядь, ну я думаю, сейчас тебя я подержу. Заглянул, а он в дырку вылазит, а там окно. Он перехитрил меня. Он в дырку в эту, в окошко. Человеку надо. О-о-о. Ты что, Петя? А? Петенька, как мне жалко тебя. Тебя сидят хозяева. Я тебе на ушко потихоньку скажу. Давай-ка улетай куда-нибудь. За ласточками вместе. Вчера зарею, все гроши летали.
Слава Христу!